Вильбуа и другие вещи, стихи. С звонит. С звонит, девушку поместить на 2 дня. Приехали, она спать, он уходит. А вещь никак. Репродуктор на весь район, поздравления, песни, грузовики. Пойти потолкать все равно не идет. Предвоенные времена, репродуктор на площади, поэту некуда скрыться, и его вовлекают в общественное торжество. На живых людей пришел посмеяться, такие же люди, как ты, сами не замечают, что на посмешище. Вышла немолодая, некрасивая, платье с вырезом, холодно за нее, народ в пальто и любовную песню, как ее молодые люди без конца приглашают гулять. Улыбается, как требует песня, а зубы вперед. Затем она одна декламировала, чтобы мы помнили павших, кричит на нас и в глаза не смотрит. Или дуэт на трубах, старый руководитель и пионер подопечный. Сзади на аккордеоне аккомпаниатор, аккомпаниатор удержит ноты четвертой, солидный, грудь в колодках, конферансье объявил, малый заправский обученный, Вильбуа, моряки. Как следует прозвучала фамилия Вильбуа, а мы его и не знаем. Старый руководитель и маленький пионер начали. Один начнет, другой не подхватит. Публика замечает, смеются. Старушки сочувственно принимают. Вывели погулять внучат, скоро умрут. Руководитель, несмотря ни на что, веселый, вида не подает. А пионер смущен. Все же средства отвлечь от хулиганства и пьянства. Играют на трубах, поют, приобщаются. Вильбуа. И ближе к делу номер. Мальчик и девочка лет по 13. Пляска. Все одинаково смотрят. Мальчик пляшет, девочка пропускается. Глаза в большинстве на него. Хрупкий зародыш мужества трогает. А он просто должен плясать. И пляшу, как положено. Не закоренел, складный на редкость. Не зря отцы хотят сыновей. Как и просил Никифоров, сказал, родилась у них дочка 4 года. Ну, недолго думая, народился сын. Братья такие-то. Матросский танец. Все предвкушают, не я один. Выбегают братики трое. Возраст пожизненный мой. Двое из них близнецы. Один близнец плясал, но кто из двоих не угадать. Третий на них не похож. Все хороши, третий особенно. Он их постарше, на переломе. Братики все одной крови, все хороши. Но третий. Бедра ремнями затянуты, сердцевина программа. Война с вами точно обходится, не дает переспеть. Запечатлевает в канун расцвета, чтобы у нас разрывались сердца. Гибнет мальчик в тельняшке, спадает со щек румянец, не распустившись в окоп. Губ никто ему не раскрыл. Гвоздь программы прошел. Конферансье предложил снова смотреть концерт в клубе строительной техники. Дети сели в автобус, старший на заднем сиденье, по улыбке видно издалека. Девочка рядом ему щебечет. О, Вильбуа, Вильбуа. В доме строительной техники. Вот я в голландском шарфе, загадочнее Вильбуа. Участники рядом ходят, трогают экспозицию, экспериментальный макет квартала. Зрителей только нет. 2-3 старушки, несколько октября. Я воспитательница, она наставляет как раз близнецов, а старший спустился вниз. Он им не брат, конферансье обманул. Вильбуа, говорю, простите, пришел на концерт. Если его не будет из-за отсутствия публики, хотя бы матросский танец. Из-за него, я ради него пришел. Пожалуйста, говорит, приходите тогда-то. Сейчас, наверное, отменят. На самом деле вышел директор в орденах в честь победы и отменил. О, Вильбуа, только домой, где спит незнакомая девушка. Подари девушке сына, а сама уходи гулять. Что подвигает нас брать перо? Совпадение. Увидал во дворе фанерного пионера. Пол пионера нераскрашенный валялся в траве. Неумелые руки его выпиливали. Шея бычья, у пионера такое не бывает. Вильбуа, какой у юнги загривок. Все равно подобрал. Кстати, о юнге из Лены Гулыги. Голод на пароходе. Выбирают съесть юнгу. Можно себе представить. Освежевать подростка, мышцы ему расслоить. Мышечное волокно поделить на коллектив. Кожицу оттянули ему на затылке. Нащупали, прокололи. Спускание крови в ведро. Отряд в стороне ждет. А он сам пошел стойкий, с сознанием цели. Мужичок, незрелый мозг выбили из сахарной косточки. Сваренная грудобрюшная преграда. Одна на всех. У тети Лиды, у тети Тони детей не было, а они застудили в тюрьме. Тетя Лида долго крала, украла у деда Сережи револьвер для кавалера. Назначит свидание сразу двоим или троим у дворца труда, а они за это ее с балкона. Что?
Что она делала с дядей Сашей? Сама не работала. Все его деньги на безделушки. Саша, мне от тебя подарочек. Дядя Саша уйдет ночью в забой, к ней идет соседский племянник. Сколько у нее было мужчин. Бабуся только порадуется. Тетя Лида замужем, она снова приходит домой, дрожит. Один раз пришла в одной рогожке. Дядя Саша придет со смены, измучился в шахте. Она просит ее приласкать. А он силач, сирота. Тетя Тоня, правда, сразу вошла в колею, мамочка к ней переменилась. А тетя Лида всю жизнь просила положить в гроб с накрашенными губами из фотографии Виктора. Им тюрьма, как масонская ложа. Виктор чуть ли не за убийство сидел. И дядя Миш, правда, к шоферскому делу. Виктор — это конец всего. А дядя Саша ее на руках носил. Могла с ним спокойно до конца дней. Ну, разве можно? Манон Леско. Женя сказала, Лидка была милее. Обе добрые, но Лидка милее. Мамочка разве могла к ней хорошо? А ребенок не разбирает, назло мамочки любит. Тетя Лида, бабусина дочка, приезжает из Сталинска, ласковая, обнимается. Разве мамочка могла к ней хорошо? Студенткой пришла с папой в дом, пришли к бабусе, работала, зарабатывала, отказывала себе во всем, всем помогала. А тетя Лида у нее крала, таким трудом заработана, крала себе на разгульную жизнь. Мамочка с папой строили совершенно другую жизнь. Такая семья, всегда вместе, в отпуск вместе, всем всегда помогали, и чтобы ребенку передалось. Порядочность необыкновенная, не понимают непорядочных совсем. Папа всему верит, что показывают или оповещают. Даже нет любопытства к другим колеям. Делал зарядку, и все равно тремор и я не то. Я, конечно, конечно, из этого сердца изъят. Никогда не поймет, не повернет обратно. Никогда в эту голову не придет, я зачеркнут. Вбил себе в голову гвоздь, и этим гвоздем меня. У меня кровь красная, у тебя молоко белое, на губах не обсохло. Вынь гвоздь из честной прямой башки. Ты для меня умер, я для тебя умер. Обменялись смертями. Неужели моя смерть не утрата? Я тебе не успел стать никем. Ты постарайся, продумай сердечно издалека, каким я показался в начале. Я потерял голову, все теплеют, говоря о тебе. Любимец людей моет, чистит, скребет, прибирает. У матери поздний сын с придурью, расхлябанный в ситцевых плавках на костях. Я почернел, только и думаю. Ты ничего про меня, я про тебя только и думаю. Ласковый, чуткий мальчик на побегушках, не пропадай, я тебя с выступающими лопатками, я без тебя. Давно ли держалась на мне твоя царапина? Давно ли ты был полумертвым, притворялся? Вырос в блатном районе, вот младшего брата, предводителя шайки, не обижали. Мальчик прильнуть и погибнуть. Ребро акробата, не исчезай, бесхитростный, развязный, гибкие кости, я не прощупал. Давай, как два голубя, как никто. Почему? Кого любишь, бегут, хотят избавиться. Плоский, как складной нож, услужливый, прильнем два складных ножа. Я не знаю, где ты, куда ты, может быть, заболел или умер. Не забывай, я в жизни на грани для отвода глаз. Я люблю тебя слабого, с выступающими лопатками, закрывающего глаза. Прильнем два балансера, мы со временем умрем, а ты помни обо мне в слезах. Почему так, без чего нельзя, к чему навсегда, то уходит, хочет пропасть. Или я кому-то не ответил, и теперь за это мне... Ласковый, чуткий, ускользающий мальчик-слуга в плавках цветных на костях. Тебя убьют молодого. Давай погибнем вместе. Вчерашний мальчик, завтрашний мертвец. Ты зачем пропал? Ты у меня на груди с выступающими лопатками. Мы будем ни пить, ни есть, смотреть друг на друга, пока не умрем от любви. Всеми любимый младший сын вырос в блатном районе, но как младшего брата предводителя шайки не трогали. Все теплеют, когда о тебе. Почему так? За что так? Всегда. За что бы ты умер? Без чего ты не можешь? Умрешь? Хочет прожить без тебя. Всегда, как закон, не пропадает. Ты зачем? Ласковый, расторопный, плавка, ситцевых на костях. Не устоял. Правильно сделал. Не устоял и опомнился. Ты зачем, как все, твердо решил пропасть? Мы проснемся и вместе умрем. Я умру от тебя с выступающими лопатками, поддающегося, закрывающего глаза. Лопатки твои порежусь. Скрываешься, чтобы я умирал. Я почернел. Все сразу любят, светлеют, говоря о тебе, а я больше всех. Не покидай, не исчезай, живой изъян. По лестнице попался. Похоже было, что он. Это он. Дверь открыта была, старуха не открывала, не слышала. Кровать одна на двоих. Вообще на двоих, она приходящая, на него и кто приедет, с рекомендацией от Маковского. Она присматривает за ним, Марья Алексеевна, с правильным произношением. Стал искать письмо от Маковского,
пачки писем от спинальных больных. Рассказал про провокатора. Был провокатор под видом Валеры Малышева. Он сразу понял, Валера по описанию Толика сухощавый, злой, как Каин. Этот коренастый, с крестом, как будто едет поступать в Одесскую епархию. А я в этих делах опытный, не проведешь. Он сказал, был комсоргом. На таком предприятии, как Чкаловский завод, комсоргом. И чтобы ему новосибирский митрополит дал рекомендацию. Без рекомендации нельзя. Он понял, что я раскусил на одном, подловил на другом. И на четвертую ночь смылся. Вот так провоцировал. Говорит, тут у вас такой капитал на пианино. Надо с посольствами связаться. Марья Алексеевна с соседкой должны разменяться. Та вероломная. Не те варианты предлагает с тройным обменом. Где другая старушка не знает, что дети хотят переселить ее без ее ведома. Марья Алексеевна батарейку перезарядила в слуховом аппарате. Все равно тот же эффект. Сразу всем поделилась. Он, понимаете, то-то, она, понимаете, то-то, на вы. Про Леню внука. Сослали на поселение в Новокузнецк. Ехал, поперек дороги машина стояла, из-под нее ноги через дорогу, шофер возится, молодой. Лене или в машину врезаться, погубить своих пассажиров, или же по ногам. Он выбрал по ногам. Теперь без ног ему до конца дней выплачивают 50 рублей из зарплаты и сидит, год осталось. У Тамары же трое детей, одна старшая, двое из тройни, сразу троих родила, затягивалась до самых родов. Я, понимаете, говорю, что я не вижу, что ли, что с ней, зачем от меня скрываете, вези ее, на ней лица нет, губы белые. Она чуть не умерла во время родов, двух родила, третья пошла поперек, не могла выйти, сечение нельзя было сделать. Доктор сказал, умрет, и вынул рукой, ножка была поврежденная, выпорола совершенно, бегает, как все. Это мальчик из этой тройни умер потом, подавился в детском саду, смеялся, ел вишневую косточку, застрял в дыхательном горле, дети пошли к надзирательнице, Саша уснул. Пришли, он посинел уже. Хороший такой был мальчик, веселый. И сын тоже, Леня. Фотокарточку вынула его и дочери. Убили на фронте. Она красивая, умерла тоже. Вот какая жизнь у меня. Дочка болела почками 12 лет, моча в голове была, врачи не могли установить. Все знали, Юрий Алексеевич сказал. Выговор у Марии Алексеевны приятный, как Надежда Александровна говорит. Юрий Алексеевич показал ноты. Прилежным почерком написаны заголовки. Марья Алексеевна и надписывала. Скерцо. Экспромт, который Толик Маковский играл, пишет оперу «Русский характер», виньетки сам раскрашивал, старался, грязь, посуда грязная, инструмент без половины колков, сел играть. На конкурсе самодеятельности от завода пожарных машин выступал, 4 раза вызывали, отпускать не хотели. Марья Алексеевна сказала, распорядитель сердился, зачем вы ходите, конкурс остановился. Я тут при чем? Я вышел, сказал, предстоит большая программа, товарищи будут не хуже меня. Жюри не поверило, не дали премии. Сказали, это Моцарт, скерцо. Марья Алексеевна засмеялась, гордясь. Они подумали, Моцарт, скерцо, а это Юрка Шерстнев. Мне наказали мои, умирая, смотри, береги Юрку, я его берегу. Они не поверили, послали на экспертизу. Говорю, пошлите на экспертизу. Уж в консерватории знают, какие скерца Моцарта, какие не Моцарта. Через два месяца прислали заключение. Гражданином Шерстневым написано «Скерцо» действительно в стиле Моцарта, но у Моцарта точно такого скерца нет. Задним числом дали грамоту, 200 рублей премию. В пищевом институте выступал, 2 сорочки подарили, собрали денег. Еще, когда вахтером работал, в перерыв сел играть, вот это, начало русской симфонии, все перестали есть. Один старичок, никакого образования, подошел. Вот, если бы по радио передавали такие передачи, мы бы не выключали. А то заведут симфонию, никто их не хочет слушать. А эта симфония и была, я не сказал ему. Юрий Алексеевич улыбнулся мудро. Юрий Алексеевич думал, производит впечатление вещами, своей добротой. Несокрушимый мудрец живет в бедности. Ко мне кто один раз придет, потом всегда приходит, помнит, потому что такая музыка людям нужна. Ничего, Марья Алексеевна, не унывай, бах, 100 лет в пыли лежал. Марья Алексеевна приуныла, капель хотела в глаза закапать от глаукомы, устала. Носил Шостакович, он разнервничался, ходит взад-вперед, одну папироску прикуривает от другой, за ним только дымные полосы шлейфом. Квартира большая, сказал, несовременно, так не пишут сейчас, раньше писали, но туше у вас хорошее, объяснил, что такое туше. Марья Алексеевна услышала, вот у нас в Кунцеве висят афиши Шостаковича, не видно, его забыли, никто не хочет, его навязали. Юрий Алексеевич сказал, музыканты разводят руками, что мы можем, нам приказывают, мы играем, я пришел к ним в союз, дайте мне выступление, первое отделение все лауреаты, второе я, посмотрим, кого простой народ лучше поймет. Они побоялись. Под конец вернулся к спинальным больным. Пишут, ожили все от гимнастики доктора Красова. Красов, Л.
3 Леонида за разговор. Ребятки, вот ваша явка. Нет вас в Москве. Лицей